Сегодня силами личного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия совместно с якутским отделением Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» проводится акция под эгидой «Зеленой России» и «Русского леса» по высадке деревьев близ города Якутска. Данную акцию мы планируем проводить ежегодно, дабы восполнить поврежденный лесными пожарами лесной массив близ города Якутска. На мероприятии задействовано 17 человек личного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Сегодня мы участвуем при поддержке Главного управления МЧС во всероссийской акции, которая называется «Русский лес». Суть этой акции заключается в том, что мы сажаем саженцы и стараемся уменьшить последствия пожаров, которые проходили в России, в частности в Сибири в этом году и в прошлом году и вообще. Ну и очень надеемся, что эта акция не станет последней, и что и на следующий год, и дальше мы будем участвовать в этой акции.